Ну а теперь все будет уже совсем по-жесткому. И понять-то вы должны. Тратим меньше и покупаем больше. Как можно меньше тратить? И уж поверьте мне, я-то знаю, где это. Торговые ряды на автомобилистов, помните? По сути, здесь нормальных места и нету. По сути, сюда приезжают барыги и начинают вносить свои цены. Но есть несколько мест, где вас не разводят. И самое крутое место. И круче-то и не бывает. Павильон «Оптовик». Я, конечно, много видел, но цены здесь дешевле, чем в метро и по интернету. То есть любители компьютеров и батареек, а также утвари, питающиеся электроникой. Ваше место теперь здесь. В свое время, как это дело было, я начал рекламировать торговые ряды автомобилистов. Вот, в свое время, и как-то это было, я первоначально свое сознание обратил на это место. Это павильон «Оптовик». Потому что в этом месте я себе затариваю все, что мне нужно было. И нужно было и сейчас. То есть я здесь покупаю и DVD-шники, и CD-шники, и много чего. Потому как здесь, по сути, это самые дешевые цены. То есть можно говорить про метро, можно говорить про другие, но дешевле, чем здесь-то не найдете. А что же касаемо оптовика? Я сейчас зайду и объясню, что такое оптовик. То есть, по сути, я и есть оптовик, да и вы и есть оптовик. Потому что потратить денежки в небольшом количестве, а оп начинается от 1000 рублей, это вам все-таки необходимо сделать. И это необходимо сделать следующим образом. Потому как вы много чего набираете, но сумма-то получается всего ничего, 1000 рублей. Вот вам и оптовик. А вы подождите, и то, что со мной случилось, прямо-таки говорит мне. Ну дайте же всем свободу выбора. И свобода выбора для вас на 12 минут. Конечно, я не в силах вам расписать, но вы придите и посмотрите. Когда-то я вот хотел бы вот эти вещи себе купить. Дело в том, что у меня два ноутбука есть, да? Но вот этих вот приспособ для ноутбука, честно говоря, у меня и нету. Приехал сюда, посмотрел. Ценники такие. Очень дешево, да? 350 рублей. Можно себе подставочку сделать под ноутбук. Вот. Вот то, на чем я нахожусь. Сейчас объясню. Это тоже магазин «Оптовик». И оптовые цены начинаются вот от этой самой суммы, 1000 рублей. Хотя, если вы не хотите деньги в таком количестве тратить, то, пожалуйста, DVD, CD, все, что нужно в этой части. Вот пониже попрошу объяснить, это вот карты памяти. Раз, два, три, четыре, и вот туда еще. Клево. Вот. Карты памяти для чего вам нужны? Это для тех, у кого не такие большие фотоснимки. Представляете, карточки воткнули и туда слили. Вот, вот то, что дальше, это вообще супер. Мышинки. Без шнурковые. Вот видите? 2,4 ГГц. Поставили и дальше работаете. Это для тех, у кого есть ноутбуки. Хотя, в принципе, можно и не ноутбуки это все делать. Вот, акустика везде и всюду. Там то, что доктор прописал, а это рули. И это для моего сына в том числе, потому как компьютеров хватает. Пройдемся сюда. Теперь про ценники. Правильные ценники, и это самое дешевое место. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь все то же, что и там, я покупаю в два раза дешевле. Но пока-то не так. Зато все, что inside и снаружи, по самым демократичным тамошним ценам. Что касаемо видеорегистраторов, да, это полный капец всем автомобилистам. Потому что в автомобильных магазинах вот такой видеорегистратор 1500. И не только. Потому что есть и за 2000 рублей, 780 рублей. Вот. Не доезжая, но люди ходят в наушниках. Особенно не понимаю тех, кто проходит в наушниках по пешеходному переходу. Честно говоря, я бы сказал, этого не надо делать. Ну и опять же, для вас есть замечательные наушники. Вот, вот то, что туда вставляется, 35 рублей. Не найду, но этого хватает. Вот. Хорошие наушники, это для нормальных людей. Defender. Проверил 100%. Вот такие штучки. Тоже такие цены. Максимальное количество, там 350 рублей. Это очень дорогие вещи. Вот такие клювенькие. Вот. А есть еще который с микрофоном. И возвращаясь опять же сюда. Мышки-то помните, да? Говорил я вам. Вот.
которые с шнуром 69 рублей. Все остальное посмотрите. Вот. И беспроводные мышки от 200 рублей. Классно, да? Вот, возвращаясь сюда, вот, вернусь. То есть, если у вас все-таки ноутбук и вы хотите там поиграть, то колонки 222 рубля. Вот, если вы любите играть на компьютере, то замечательная штучка для игры. Эти штучки там нормальненькие, представляете, да? 288 рублей. Вот, планшетники и рули, и то, что нужно. А вот еще, опять же, по дешевке удлинители от 84 рублей. Но есть и другие. Так, и возвращаясь опять же сюда, то есть надо просто посмотреть, вот, и купить себе замечательную охлаждающую штуку. Вот она, вот она, вот она, 164 рубля. И в очередной раз меня попросили пройтись по флешкам. Меня попросили остановиться и показать вам карты памяти, да? Дело в том, что с этими картами памяти история была очень интересная. Я в свое время карту памяти 2-гигабайтовую покупал в Хургаде. Это было даже не в Хургаде. Мы свою первую карту памяти бабахнули именно в Хургаде. А вторую карту памяти 2-гигабайтную я купил в... Так, не в Луксоре. В Асуане, о, вот там я ее купил. Ездил, а еще моя жена мне говорит, вдруг у нас этот паровоз уходит. Паровоз просто переставился. Вот, то есть там карта памяти других денег стоила. Здесь 4 гигабайта карта памяти стоит 100 рублей. 100 рублей, халява. Для тех, кто любит фотографировать. Так, пропустим. Вот. То, что за моей спиной. Сейчас будет плохо уже метра. Вот, а я объясню. Duracell. Там я вот столько же купил за 260 рублей. Здесь цена вопроса 23,65. То есть, ну, понятно, да, что в метре и так дешевые цены, а здесь еще цены дешевле. И почему бы и не здесь купить? Подойдем сюда подальше. Вот. Это калькуляторы. Вообще надо понимать, сколько здесь аккумуляторов. Столько аккумуляторов нет нигде, поверьте мне. Вот. Да-да-да, сын, я тебе тоже говорю, что столько аккумуляторов нет нигде. Вот, придите, посмотрите, обязательно себе купите. Вот, а есть еще сверху батареечки для сотовых телефонов. 84 рубля. Это то, что везде стоит по 300, по 700. Вам еще что-то надо объяснять? Ну, чтобы было понятно, где это найти. Павильон 69 и 70 с северного входа. Ну и завершение сюжета. Я не могу и еще про центральную городскую ярмарку то же самое показывать. Потому что и на центральной городской ярмарке то же самое есть. И здесь, в павильоне на авторынке на автомобилистов. Вот, 69 и 70. Вот, все то же самое. То есть, если вы можете туда приехать, вы можете сюда приехать, затарить все подешевле. Вот, это, естественно, лампочки. И там, и тут они тоже есть. А за моей спиной есть еще и то, без чего не может обойтись ни один владелец японского автомобиля. То есть вставляете, и дальше ваш любой магнитола начинает работать. Потому что, опять же, цена халява. Теперь туда, откуда все началось. И для меня большая часть моей рекламы — и это центральная городская ярмарка. Ну, реклама 1997 года. Я бы вообще так бы и понял, если бы все люди доехали, что самый простой и проверенный результат — это телевидение. И в моем лице. Да потому что конкуренты ж есть, но це ж не я. И заходим мы в замечательный павильон с тем же самым названием. С юго-восточного входа. На велосипеды пока не обращаем внимания, потому как здесь все то же, что и на рынке на автомобилистов, и по той же цене. То есть цены дешевле не бывают. А может быть, и вы, и горожане города, запустите нормальных бизнесменов. Я вам большее количество сюжетов сделаю, а? И вот мы сюда заходим для того, чтобы вам показать. А как мы сюда заходим? Просто восточный вход от трамвайной линии. Заходим, и третий пролет. Для чего мы сюда заходим? Да, в принципе, то же самое, что и на торговых рядах на автомобилистов.
чтобы вам показать самые низкие цены. А самые низкие цены на все то, что вместе с вашим компьютером и для вас, это вот здесь, павильон номер 74-75. Замечательный павильон под названием «Оптовик».